Меня зовут Вероника, я учусь в 11 классе школы 2104. Что в школьной жизни давалось вам с большим трудом? Сидеть на уроках. Как считаешь, какие предметы хватает в школе? Предмет о жизни, о том, как надо, ну, советы какие-то в плане. Чтобы на предмете нам давали советы о том, как правильно поступать в жизни, что можно делать, что нельзя делать. Каким вы видите свое будущее? Ярким, красочным, разнообразным и постоянно в движении. С кем из учеников вы бы пошли в разведку? С Ариной Вдовиной. В какой вуз вы планируете поступить? Театральный. Твои пожелания одноклассникам? Я желаю им ничего не бояться в жизни, достигать своих целей любым путем, правильный он, неправильный, потому что в этой жизни надо думать только о себе.